Стальной хват России, привет большой, все подписчики на канале YouTube, привет большой. 9 часов 17 минут, 26 января. Три дня решал, снимать фильм его или нет. Но в очередной раз китайцы показали свою сущность. Компьютер включается, ноутбук. И, в принципе, ну уже столько всего сказано, что думал, что и, в принципе, говорить больше и нечего. А, в общем-то, смысл моих фильмов – это подача вам в доступной форме материала, чтобы вы там не допускали ошибок сами, учились на чужих ошибках и делали правильный выбор. Значит, китайцы массово представлены на рынке вот таким эспандером. Heavy Grips. И вы его все знаете. Разновидности этого Heavy Grips продаются по миру под разными названиями. Но смысл один и тот же. Вот основа всех эспандеров. Ну, заказчики разные. Сумма денег разная, вкладываемая в производство этих эспандеров. Соответственно, заказчик просит цветные ручки, резиновые прокладочки, тут прослоечка вставленная в алюминий. Где-то по разнице по расстоянию, чтобы была другая. Не черная хромированная пружина. Профи-грип теперь уже пружина под цветом минерала. Но все звенья одной цепи. Все это Heavy Grip. Просто заводы в Китае, производящие вот это, настолько огромные и мощные, что они вам произведут, что вы хотите. Заплатите деньги, скажите, здесь хочу, я люблю Машу. И вам сделают штамп, я люблю Машу. Могут сбоку сделать штампик. Вот. Любимое место, вот площадка, здесь вам напишут все, что хотите. Но, понимаете, вот эта пословица «встречает по одежке, провожает по уму», она очень широко, в общем-то, применяется во всех сферах. Ну, а в хвате в частности, да, мы имеем с вами Heavy Grip и его производные. Я не буду называть вот эти все названия, вы все мои фильмы видели. Яркий представитель – это Спортмастер Торнео. Я сказать, в общем-то, ничего не могу. Они пытаются переобуться, там, на черном фоне теперь сделать белые надписи. Но смысл не меняется. Смысл не меняется. Это гладкие ручки. Это вот такая вот типа крутая пружина, но это не пружинная, а сталь, металл, покрытый, типа, вот сделанное, я говорю вам, чтобы это было ярко, пестро, чтобы бросалось это в глаза, хромированная типа пружина. Но смысл в том, что заниматься можно, но есть гораздо лучше вещи. Я о них тоже уже говорил, о представителях лучших вещей, производящих в хвате эспандеры. Не буду отвлекаться. Кому интересно, смотрите фильмы, слушайте. Как сказал вчера человек, которым снимал фильм, я это уже слышал, но еще раз послушать интересно. Что-то вы добавляете. И, в общем-то, вот черный Торнео, это который 65 на борту. Соответственно, есть у меня, допустим, к вам там незаконченное задание показать вам все разновидности, выпускаемые китайцами. Благо есть Евгений Лещик, Женя, привет. Человек, который, в общем-то, для вас, ну, наверное, максимально скупает всех китайцев по миру. Вы можете, в принципе, если вы собрались покупать что-то,
из китайского бренда. Ну, естественно, делается это все вот этими ребятами, ну, под разными фаршами, названиями. Вы можете фильм найти, посмотреть, послушать, близко посмотреть, и приняли себе решение. А я, в общем-то, натолкнулся на Алиэкспрессе на не такую одежку, а вот такую одежку. И решил, думаю, закажу для вас. Ну, естественно, не вот этот вот серебристый. Уже набил оскомину. И уже снято про все номера. Что, думаю, есть черный, есть под серебро. Естественно, закажу, есть линейка черных, Heavy Grip 350. Но дело в том, что вы, ребят, поймите, это китайцы. Они сделают так, как им удобно. Не как вам удобно, хотя вы платите. Вот так они поступают. И это сплошь и рядом. Я с 2012 года заказываю разные вещи. Вот сзади меня магазин. Для магазина много чего заказываю. Вплоть до того, что лампочки присылают без защиты. Просто битые. Во-первых, ты скрываю, там разбитые лампочки лежат. Пишу китайцу: ты что мне прислал? Он говорит: ну, так вот в дороге было. Никакого корпуса, никакого чехла, кожуха защитного, ничего, просто разбитые. Или сломанное что-то, или погнутое что-то и так далее. Соответственно, получаю я металл Heavy Grip. Ну, понимаете, нужно же металл Heavy Grip. Вот название. Металл, понятно, алюминий. Не деревянные ручки. И не пластмассовые пружины. Всем нам привычные. 100, 150, 200, 250, 300, 350. Ну, галочка на 350. Слава богу. Скрываю. Необыкновенные ручки. Вот это загадка, которую разгадку, наверное, знают только китайцы. Зачем на 350 и еще мягенькие чехлы? Непонятно, что делать. И так 350 мы знаем, что будет тяжелый. А одеть еще эти ручки, не знаю, что делать. Ну, естественно, ура! Стальному хвату России, хвату мировому снимем обзор. Черного. Heavy Grip 350. И достаем. Японский городовой. Они положили в коробку то, что им надо продавать. Черных, видно, мало произведено. Для своего рынка пустят. Серебристый. Неинтересно. Вот не хотел я серебристый получать. Но достал. Посмотрел. Расческа просто увеличивается. Скоро, наверное, вот эти вот витки крайние, они лягут вправо и влево. Это типа ноу-хау будет. Как говорят, типа это снижает трение. Ну, естественно, снижает трение. Пружины друг друга не касаются. Эти эспандеры у меня есть. Пожалуйста. Найдите, называется. Вот они. Вот, близко подставлю. Найдите 10 отличий, называется. Это Heavy Grip, только в коробке. Ну и, естественно, делаю калибровку. Без камеры, без съемок. Вот такие замеры. 74 миллиметра было расстояние. Было. Понимаете, что дальше будет. И вот такая красивая цифра на табло задалась. 88,8. 74 миллиметра, 89 килограмм. Мощнейший Heavy Grip 350. Спасу нет. Лазерная гравировка. Здесь решили освободить борт Heavy Grip 350. 350 фунтов. Ну и, в общем-то, произвожу работу над ошибками. Дубовейшая, естественно, пружина. Ну, аппарат все выдержит. Сутки. Хотя хватает, в общем-то, по расчетам, я посчитал, до 4 часов. 4 часа закрытые ручки, в
приведут в рабочее состояние эспандер. Но так как у вас нету калибратора и не на чем замерить будет, и вдруг вы захотите заказать самостоятельно Хевигрип 350, я для вас, в общем-то, сделал работу. И сейчас вам просто покажу параметры. Здесь покажу, что получилось. Помните, да? 74, 89. 62. 82. На 12 миллиметров. На 12 миллиметров произошла усадка. На 6 с лишним килограмм, почти на 7 килограмм упала нагрузка. Это не пружинная сталь. Это, естественно, обыкновенная сыромятина металл закаленный. Слов нету. Скажу, как есть, безобразнейшее качество. Безобразнейшее. Будете заказывать, если вот в таких коробках. Я заказал еще один, без коробки. Тоже попросил черный. Посмотрим, что вот на днях придет. Вот в таких коробках. Metal Heavy Grip. Ну, они за все цепляются, китайцы. Они будут делать все, что угодно. Лишь бы снизить цену. Соответственно, уронить качество однозначно, потому что качество будет стоить других денег. Красить ручки. Они начнут красить ручки. Цвет радуги. С переменой красок. Я не знаю, что они еще придумают. Блистер, коробка уже есть. То есть будут решать, что делать, ну, чтобы продавались они по 100 тысяч в час по всему миру. А качество позорное на самом деле. Было 74 миллиметра. Вот я давайте вам покажу, что стало, чтобы вы понимали, что я какую-то работу производил. Не какую-то, а полную работу. Расстояние между ручек 62,2, да? Ну, все как должно быть. Обмана нет никакого. Плюс они даже на алюминии экономят. Все-таки 18 миллиметров, это не потому, что они там имеют ладони менее крупные, чем европеоиды, европейцы, чем американцы, а именно из-за экономии алюминия. Жадные до денег страсть. Соответственно, они недавно встретил 19 с копейками. Heavy Grip очень удивлен. Очень удивлен. Это ошибка, наверное, природы какая-то. 18 миллиметров. Вы сами представьте, на 1 миллиметр диаметра меньше в алюминиевых ручек и в масштабе 10-100 миллионов экземпляров там, вот таких вот. Это десятки тонн экономии. Нифига себе, да? Получается. Только из-за этого 18 миллиметров. Только из-за этого. Они бы и ручку сделали бы короче. Естественно, не длиннее. Они бы сделали короче, но тут дело в том, что они боятся, что это не будет продаваться совсем. 95-я ручка. 95 миллиметров. И пружина восьмерка на Heavy Grip 350. Конечно, тут опять же, тут уже не сэкономить. Если нагрузку надо подать вот такую, то на пружине 7,5 они не разгонятся никак. Вот, пружина восьмерка. И, соответственно, будет нагрузка за 80 килограмм. Есть варианты там золотых Heavy Grip 300, которые за 80. Но, в принципе, все золотые Heavy Grip 300, если с ними поработать, они падают меньше 80 килограмм. А вот 350, вот Profi Grip, я подсматриваю, он 100 килограмм. Profi Grip 350. Под барабана косят, который тоже эта же фирма. Она там уже еще в трех исполнениях делает. Там ручка 20-я. Ну, они и продают по 2000. По 2 с лишним. То есть, цена такая же, как и у нас. Поэтому, я думаю, что вы должны сделать правильные выводы. И
сообразить, что нет смысла брать, ребят, вот эти хевигриты. Но если совсем беда по деньгам, совсем беда, хотя я не верю в это, что можно заработать на эспандера, там вы даже не подберете себе несколько эспандеров для занятий. Вот не сможете вы этого сделать. На хевигрипов это нереально, просто нереально. Потому что разброс нагрузок, ну, 250-го, от 43 до 60 с копейками. 20 килограмм разброс. У 300-го от 57 до 80 с плюсом. Да, средний вариант 63-68, но опять же, это средний вариант. А где гарантия, что вы попадете в ту нагрузку, которую вы хотите? Если вы не делаете калибровку у меня, а многие даже экономят на этом, это ваше право. Ну, тогда все, кот в мешке. Можете хоть 10 линеек покупать. Но только 10 линеек у вас, они по цене станут дороже моряков, дороже коков, барабанов, гиллингхемов. Вы поймите правильно, вот что самое главное. Ну, давайте посмотрим нагрузку. То есть, тут скупой платит дважды, трижды, а дурак всю жизнь. Поэтому давайте посмотрим, сколько у нас осталось на... Ну, чтобы вы понимали, что вся работа производилась до того, как я вам начал снимать фильм. Вот так вот. Примерно. Вот в этой проекции там миллиметр не достанет. Понятно, что если закрытие ручек, немножко больше будет нагрузка. 82. Так что, ребят, делайте выводы. Я для вас специально снимаю эти фильмы. Мне на самом деле вот эти хеви-грипы, они уже, в общем-то, во сне снятся. Все-таки, наверное, все практически в руках держал. Да, да, неоспоримо то, что есть у них и попадается. Более качественно сделанные эспандеры. Ну, это если тот, кто заказывает, заказчик вваливает огромное количество денег в производство эспандеров. То есть, вот говорит, что накатка, чтобы была поглубже. Давайте пружину сделаем, пружинную сталь. Соответственно, цена будет возрастать. Но мы понимаем, что это хэви-грип. Вот здесь все написано. Вот он, самый распространенный. Тот делает заводы. Завод. Я даже не интересуюсь этим. Поэтому вы все, в общем-то, увидели. Там иногда вы спрашиваете про клей. Ну вот, пожалуйста. Вот здесь вроде бы склеено все без клея. Но в очень многих проворачивается ручка. Вы мне задаете вопросы. Еще раз повторю, контакт гель, момент гель, только фирменный, не китайский. Постарайтесь какого-то европейца взять, там 3 мл, пузыречек маленький, там должен рублей 200 стоить, 200-300. Ручечку очищаете, промываете, ну, внутри, чтобы там не осталось старого клея. Капельку, две наносите, туда-сюда. Ручку одеваете, но только все это быстро делайте, потому что застынет моментально. Понятно, что 24 часа надо выдержать, но тем не менее надо это все делать. То есть сразу решить с центровкой, чтобы у вас не получилось одна ручка ниже и выше. Все, одели ручку, точно ровно одели, посмотрели там по срезу, сильно пружину опустили вниз, либо высоко задрали. И 24 часа просохло, и будет вам счастье. И супергель, в этот момент контакт гель будет держать просто по сумасшедшему варианту. Итак, вот так вот было. Вот так вот стало. Все, ребят, все, что хотел сказать, сказал. Безобразное качество. Безобразное качество. И цена
не 100 рублей, и не 300, и не 500, и не 700. Цена под 1000. Я думаю, что лучше сразу два раза заплатить и взять нормальную вещь. И заниматься долго и счастливо годами, чем вот такую порнографию, извиняюсь за выражение, в прямом эфире. Вот так быть не должно. Ну и, соответственно, если вы заказываете и платите за балет, а вам предоставляют спектакль вместо балета, то извините, вы просили черный, вам прислали серебряный. Соответственно, плевать на вас не хотели и на ваши деньги. Все, ребят, такое вот видео получилось доброе, познавательное, с обзором. Берегите себя, друзей, семьи. Встречаемся в обители. Пока.